диспетчерской звонили. На вызов собирайся. Мам, ну скажи, что я выходной. Крен уже за пределами допустимого отклонения от перпендикулярной прямой, по которой действует сила тяжести. Формально это значит, что дом уже падает. И упадет в любом случае. А учитывая угол отклонения и не вдаваясь в расчеты, здание не простоит больше суток. А делать-то что будем, а? Хана нам, Зоя. Вы что, нас грохнуть хотите? Лежай, слышишь, если тебя поймают, дурак! Ну ты правда дурак! А ну пошел отсюда! Ну! Свиньи. И дохнем, как свиньи, только потому, что мы друг другу никто.